Традиционно в связи с окончанием летних каникул и началом учебного года в целях профилактики ДТП с участием детей с 25 августа по 5 сентября в республике проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Сотрудники милиции, педагоги и родители объединяют свои усилия, чтобы обеспечить безопасность детей. Организовываются классные часы, тематические занятия с учащимися, которые посвящены правилам безопасного поведения во дворах и вблизи дорог. Для профилактики нарушений ПДД и оказания помощи маленьким участникам дорожного движения вблизи школ и в местах интенсивного движения детей и пешеходов будут организованы дежурства сотрудников милиции. Кроме того, наряды ДПС будут контролировать соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, правила остановки и стоянки транспортных средств. Напоминаем, что для привлечения внимания участников дорожного движения, прежде всего маленьких пешеходов к приближающемуся транспортному средству, в дни проведения специального мероприятия «Внимание, дети!» движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар. Республиканская акция «Внимание, дети!» своим светом привлекает внимание детей и других участников дорожного движения. Не забывайте про это. Удачи вам. Делаю поклонство здесь, наверное, что рад вас видеть.